Приветствую вас всех на своем канале вязания с Татьяной. Рада заглянувшим на мой канал. И сегодня я продолжаю снимать вторую часть по обзору с пряжей. Пряжу, которую мы приобретаем в рамках совместной покупки, девочки. Вся покупка проходит в группе ВКонтакте. Заходите в группу, присоединяйтесь к нам. Также вы найдете все ответы на ваши вопросы именно в той группе. Сколько стоит, как и что. Все задаем там. На Ютубе я на такие вопросы не отвечаю. Так. Ну и давайте начнем. Я принесла огромный-огромный мешок. Ну, не я, а мой муж принес мне его сюда. И первое, что я достала, это я достала пряжу Гималая Деним. Расцветка 115.06. Это та расцветка, из которой я вязала мужу джемпер. Это хлопок 50 граммах 140 метров. Вот эту упаковку я привезла для своей подружки Ани. У меня от вязания джемпера осталось два моточка, и она забрала у меня эти два моточка и начала вязать коврик, ну, типа пледика для собачки, для Евы, йоркширский терьер, девочки. И вот она заказала целую упаковку, потому что ей нравится эта пряжа, понравилась. Вот, и, в общем-то, прям сверху, что лежало, это ее упаковочка. Я ее далеко не убираю, придет сегодня, соответственно, я ей отдам. Дальше такая же упаковка, номер цвета 115-18. Это в таких светло-коричневых тонах. Много мы ее привозили, по отзывам она хорошая. Но даже я вам могу сказать, что она классная пряжа. Джемперок у меня получился отличный. И много мы ее привозили. Так, дальше. Следующая упаковка Газал Гиза. 50 граммах 125 метров, 100% хлопок, номер цвета 24-88. Пока достала одну упаковку, не знаю, что там у меня дальше. Дальше, вот такая вот длинная упаковка, фибра натура Lima Colors. Перемешанные цвета зеленые, да, идут от светлых к темным. 5 мотков, 5 таких пышек. Классные. Так, 100% супер вош. В 100 граммах 260 метров. Рекомендованные спицы номер 4. 42-137. Расцветочка называется. Ну, номер цвета. Да, такой огромный мешок, девочки, мне прям уже, я его даже не до конца раскрыла, пошуршу немножко, ну, а что делать? Так, дальше я достала носочную добавку, пряжа для ручного вязания, начинаем же носочки вязать, ну, что про нее сказать, это номер цвета. Должен был быть 18-й или серый, я попросила. Мне уже ночью написала в WhatsApp Руслана, я для нее взяла. 50 граммов 200 метров, соответственно, полиэфирный шнурочек такой. Ну, для укрепления пяточки, когда вяжем носки. Дальше. Так все плотно упаковано, девочки. Прям, я даже не знаю, что мне доставать. Как вытаскивать. Так, дальше я взяла Бьянка Бэби Люкс. Мы с вами в первой части его смотрели. Достала пока здесь две упаковки. Состав, напомню. Детская шерсть 45% и 55% премиум акрил. 50 граммах 150 метров. Это номер цвета 363. В одной упаковке 5 таких маленьких моточков. 250 грамм в одной упаковке. Дальше, вот это я взяла на наличие. Нака Pure Sock Plus, тоже для вязания носков. Номер цвета 10639 у данной пряжи. Состав у нее идентичный носочной пряжи, 75% шерсти. 25% полиамид. Так, в 100 граммах 200 метров. То есть она толстенькая. Если вы хотите вязать потолще носочки, вот, пожалуйста, две упаковочки я взяла на наличие. Если кому-то надо,
то вы их заберете. И вот такая вот серенькая расцветка, номер цвета 3298. Так, здесь я еще Бьянка Бабилюкс такого же серого цвета, но я уж показывать их не буду. Дальше. Бьянка Сидней. В такой расцветке. Посмотрим. Номер цвета 732, в 100 граммах 320 метров. 80% австралийской шерсти, 20% полиамид. Одна упаковка. Мака Калика Инс. Номер цвета 11220. 50% хлопок, 50% премиум акрил. В 100 граммах 490 метров, девочки. Пудровый цвет. Так, достаем дальше. Нака Калика Инс, еще одна упаковка. Это у нас номер цвета 10874, бежевый цвет. Так, не знаешь, с чего начать. Когда ее много, то не знаешь, какую показать. Так, дальше. Бьянка Сидней. Вот такая упаковка. Вот эту я взяла на наличие, это я помню. Это номер цвета 783. Просто у нее очень прекрасная цена. Сейчас на них действует акция, то почему бы не взять? Далее. Савона Тетрафила. Давайте посмотрим, что за прелесть у нас тут. Вот такой моток. Серый цвет. Вы его видите на камере. Он передается правильно. 11-15 номер цвета, это 100% шерсть, 50 грамм, 175 метров. Все расцветки вы можете посмотреть, девочки, на сайте. Ну а сайт, где вы зайдете в группу и там все увидите. Это для Натальи. Так, Rainbow Organic Merino. Давайте мы ее с вами тоже посмотрим, откроем. Фокус теряется. Нет, девочки, мы ее с вами, к сожалению, не откроем. Она запаянная. Номер цвета 129. В 50 граммах 150 метров. Состав 75 органическая мериносовая шерсть, 25 полиамид. Она идет как твид. У нее идут вкрапления. Ну, через пленку не видно. Я вижу, что там есть вкрапление. Так, две упаковки Бьянка Сидней вот в таком васильковом цвете. Их я тоже взяла на наличие. Синий красивый цвет. 100-граммовые мотки. Номер цвета 777. Две упаковки уйдут в папку с наличием. Дальше. Бьянка Сидней в сером цвете. Эту я тоже взяла на наличие, если не ошибаюсь. Номер цвета 775. Светло-серый цвет. Я хочу вам показать пряжу. Очень хорошую, как мне показалось. Поэтому я ее взяла по две упаковки на наличие, девочки. Это пряжа Ернард Силки Ройл. Очень мне понравились уж цвета. Взяла по две упаковки. Очень приятная. Вы не представляете, если вы не знакомы с ней. Очень она приятная. Мягкая-мягкая. Номер цвета у данного мотка 446. 50 граммах 140 метров. 35% силк район, 65% меринавул. Вот такая вот расцветка. Зелененький, он такой приятный цвет, девочки. А на тактильность вы не представляете себе,
насколько пряжа мягкая. Я ее там прям даже на складе, когда увидела, я ее открыла, ну и потрогала, потому что липкий край, и можно открыть и потрогать. И взяла. И вторую взяла расцветку, так, фокус. Вот в таком цвете. Давайте покажу. Смотрите. Да? Видно же? Видно. Красивый-красивый. Очень мне она понравилась. Прям очень. Номер цвета 442. Вот эти я две упаковочки, по две упаковочки выставлю в наличие. Поэтому, если кому-то хочется попробовать, то забирайте. Ну, если их не заберут, конечно, раньше, чем я выпущу эту часть. Такое тоже может быть, девочки. Дальше. Готовимся к носочному сезону. Как без этого? Потому что уже сентябрь наступает, да? Чуть-чуть еще, буквально 10 дней, и придет у нас с вами осень. Так, Гималая сок бамбу. Состав, напомню, 50% мериносовой шерсти, 25% полиамид, 25% бамбук. Номер цвета 130-01, 100 граммов 420 метров. Такая расцветка. Дальше, вот такая расцветка. Это у нас 130-02. Потом идет такая расцветка. На складе пряжа носочная улетает. Ее просто становится катастрофически мало. Ну, потому что нормально это. Все начинают закупать и готовиться к сезону носков. Это 120-01. Это у нас с вами розовая пряжа. Я из такого цвета себе вязала носки. 120-03. Дальше. Это я взяла на наличие. Две упаковки. Уж очень мне понравились расцветки. Это Ланоса Ангора Принцесс. Почему-то, почему не хочет она тут открыться. Странно. Та запаяна, а это открыто. Вроде одна и та же пряжа. Ну, ничего. Мягкая, как я и говорила. Вообще мягкая-мягкая. Смотрите. Это розовый цвет, девочки. Вот тут камера его, конечно, засвечивает. На самом деле нежно-нежно розовый цвет. Состав 80 акрил, 20% шерсть мериноса. 100 граммов 550 метров. Я думаю, что я вот эти пасма разделю, и чтобы можно было забрать поштучно их. Потому что я думаю, что не всем нужны по упаковке. Значит, розовый цвет 931, а вот этот вот горчичный такой, насыщенный даже, да, терракотовый 936. Неправильно я сказала, это терракот. Дальше. Дальше у нас идет Нака Супер Инси Хит Твит. Это твидовая пряжа. В 100 граммах 180 метров. Номер цвета 1175. Состав у этой пряжи 20 шерсти, 75% премиум акрил и 5% вискозы. Цвет красивый. Дальше. Картопу Кози Вул Спорт. В 100 граммах 280 метров. Состав 75% акрил, 25% шерсти. Синий-синий цвет. Номер цвета 1624. Дальше я достала две упаковки Ланоса Ангора Принцесс Колор. Тоже они запаяны. Я вам... А, нет, не запаяны. Откроемся и посмотрим. Состав другой здесь. Немножко он отличается. В 100 граммах 550 метров. Также 60 акрила и 40% махер. Вот такая красивая расцветка. Так,
Дальше. Вот такая еще упаковка. Это номер цвета 860. По одной. Так, картоп у Кози Вулспорт в синем цвете. Еще одна, но я уж показывать ее не буду. Гималая Долфин Файн. Номер цвета 80-525. 100% полиэстер. Ну, по-моему, в 100 граммах 120 метров. Я просто не вижу, девочки. А, нет, 175 метров. Дальше. Нака Астра. В 100 граммах 330 метров. Состав 100% премиум акрил. Рекомендованные спицы 3-3,5. Красивая расцветка. Дальше. Носочная пряжа Нака Боха. 75% шерсть, 25% полиамид. В 100 граммах 400 метров. Номер цвета 81-261. Дальше. Нака Натурал Бэби. Пряжа 10% бамбук, 14% хлопок и 76% премиум акрил. В 100 граммах, сколько, 245, по-моему, метров у нее. 225 метров, девочки. 10705 называется цвет у этой пряжи. Так, дальше. Фибра Натура Папирус. Летняя пряжа, 78% хлопок, 22% шелка, 50 граммах, 120 метров. Вот такой цвет. Так, и, по-моему, у меня, да, тут осталось 5 упаковок, но они все одного цвета. Значит, это у нас картопа Ангору Натурал. В красивом цвете, в сиреневом. Я взяла на наличие, девочки. Вот, значит, 100 граммов 530 метров. 17-17 номер цвета. 10% шерсть, 10% мохер, 80% акрил. Красивый, просто обалденный цвет. На сайте он... не выставлен, вернее, там выставлен номер 1717, но сам цвет не показан. Там они выставили неправильное фото. Я обнаружила это совершенно случайно. Вот. В общем-то, все. На этом я заканчиваю свою вторую часть. Мы с вами посмотрели весь мой привоз по пряже. Следующий привоз будет пряжа из Екатеринбурга. Она едет сегодня суббота. Я думаю, что она, наверное, приедет в понедельник. Если приедет в понедельник, то вечером после работы, соответственно, я поеду забирать. Ну и все, и встретимся с вами уже с обзором пряжи в следующем видео по Екатеринбургу. Значит, по вот этой пряже следующий сбор, стоп, вернее, будет 5-7 сентября. Ну, может быть, раньше, может быть, позже. Но думаю, позже, чем раньше. Думаю, не раньше. Все. На этом, девочки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, что остаетесь со мной. Ну и всем легких петелек, хорошего настроения. Берегите себя, будьте здоровы. И до новых встреч. Всем пока-пока.